Как должна выглядеть первая леди? Роскошь, манеры, красота. Анна Цивилева вполне соответствует этим требованиям. И манеры у нее есть, и роскошь имеется. Ее дорогие украшения очень эффектно смотрелись на женском форуме на фоне скромности кемеровчанок. А еще в Анне Цивилевой есть самое главное – загадка. Загадка в том, откуда она вообще взялась и почему мы о ней так много знаем. В публичном поле Анна Цивилева появилась внезапно. Ее вдруг начали показывать на телевидении, на экранах уличных мониторов, брать у нее интервью. И вот уже новоявленная звезда благотворительности Кузбасса восседает на форуме в роскошном платье. И, как мы можем предположить, наверняка думает о решении социальных проблем Кемеровской области, о благотворительной помощи нуждающимся, о том, как тяжело больным детям и многодетным семьям. А что, если я вам скажу, что голова Анны Цивилевой занята совсем другими мыслями? Ну, например, получится ли в этом году построить порт для фрахтовки панамаксов? Или справятся ли контрагенты Азиатско-Тихоокеанского региона с шихтой из якутского антрацита? И пока вы гуглите, что такое панамакс, и освежаете в памяти динамику металлургической промышленности в АТР, я расскажу вам о другой стороне благотворительницы Анны Цивилевой. Для того, чтобы узнать, кто такая Анна Цивилева, нам нужно перенестись далеко за пределы Кузбасса. И даже не в Питер, где начинал карьеру ее супруг. Еще дальше. Да, нам придется покинуть пределы нашей прекрасной родины и оказаться в Швейцарии. Здесь, в городе Цуг, на Банхофштрассе 12, зарегистрирована фирма Colmar Sales Logistics. Название «Колмар» многим кемеровчанам уже знакомо. Да, холдинг «Колмар» — это якутская угольная империя Цивилевых, а швейцарская фирма — подразделение холдинга, которое до последнего времени возглавляла Анна. Но в 2018 году в жизни Цивилевой наступили перемены. Путин назначил ее мужа, миллиардера Сергея, на пост губернатора Кемеровской области. Сергей Цивилев столкнулся с дилеммой. Госслужащий не может заниматься предпринимательством. Так что же делать? Лишиться своих активов, распродав их, или попытаться как-то обойти запрет? Да, правила созданы для того, чтобы их нарушать. 70% акций Колмара при вступлении Цивилева в должность получила супруга Анна. А 30% по-прежнему контролируются другом Путина, Геннадием Тимченко. Так Анна Цивилева стала не только первой леди Кузбасса, но и одной из богатейших женщин России. И все бы хорошо, да вот только усидеть на двух стульях у четы Цивилевых получается с трудом. Владеть иностранными счетами первой леди региона нельзя. Поэтому вместо швейцарской фирмы Цивилёва создали отечественную, с похожим названием. И бизнес супругов продолжается. На публике Анна Цивилёва продолжает играть роль общественницы. Но масштабные бизнес-планы, которыми она еще совсем недавно делилась с деловыми изданиями, занимают все ее мысли. Опыт. Тот, который я имела там, я приношу сюда. Но здесь по закону и по всем правилам я могу заниматься только общественной организацией. И я здесь занимаюсь. И действительно, имея возможности, имея опыт, имея наработанные связи, мне очень бы хотелось привнести это сюда. До 2021 года Цивилева планирует привлечь в свой якутский бизнес 100 миллиардов рублей. Реализация таких целей требует большого количества работы и, как вы понимаете, далеко не благотворительной. Кстати, публичность – это одно из условий привлечения средств. Главное лицо компании становится узнаваемым, инвесторы доверяют и готовы вкладываться. Кажется, мы начинаем понимать, зачем Цивилева так часто мелькает на наших мониторах. И ладно бы, если это происходило без использования административного ресурса. Но мы сомневаемся, что имидж Анны Цивилевой продвигается в Кузбассе исключительно на средства Колмара. Трансляцию форума, например, осуществлял телеканал СТС «Кузбасс», который еще со времен Тулеева ассоциируется у кузбассовцев с приставкой «губернский». А сам эфир заставляли смотреть бюджетников и школьников. Еще больше сомнений в беспристрастности Цивилева на посту губернатора вызывают его рабочие поездки. В ноябре прошлого года Сергей Цивилев, якобы в интересах региона, встречался с представителями китайской компании «Авик». «Авик» — давние партнеры якутских компаний Анны Цивилевой, поставлявшие оборудование для обогатительной фабрики на Денисовском горно-обогатительном комплексе. Теперь они могут развернуться и на кузбасском рынке. Спасибо их давнему партнеру Сергею. Существует ли конфликт интересов, когда жена губернатора владеет угольными компаниями, а супруг возглавляет угольный регион? У прокуратуры вопросов к губернатору нету,
Но можно ли себе представить, что предприниматель, долгое время строивший бизнес, заинтересованный в его успехе, планировавший привлечение миллиардных инвестиций, в один момент просто возьмет и откажется от своего детища? Тем более, если его бизнес остался в кругу семьи. Чтобы узнать, насколько риторический этот вопрос, смотрите за тем, что будет происходить в регионе под управлением Сергея Цивилева, и следите за нашими публикациями. А о том, почему одна из богатейших женщин России Анна Цивилева не вошла в список Forbes, читайте в статье на нашем сайте. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Дальше будут новые расследования штаба, не пропустите их.